Ребята, всем привет! Небольшой обзор 15-киловаттника, то есть 15-киловаттный котел полуавтоматический. Объем загрузочного бункера 150 литров. Многоступенчатый теплообменник у него получается, трехходовой. В первом теплообменнике у нас идут трубы. Также дверка открывается. Эбонитовые ручки у него. Дверка разборная. Регулировка ручки крючка, то есть ответки идет. Вот. Так. Откидной отбойник идет. Отбойник тоже съемный. То есть можно будет заменить. Колодцы начинается. Здесь идет 4 трубы в колодцах. То есть их видно. Вот. Чистка удобна. Мы предусмотрели, чтобы можно было почистить. То есть рука даже залазит. Вот. То есть колодцы чистятся хорошо. Это ревизионная дверка у нас. Тоже также здесь колодцы проходят. Все регулируется, все разбирается, чтобы вдруг, не дай бог, что можно было заменить. Угол наклона мы сделали, чтобы не что-то там подставлять. Вот. А, откидной отбойник. Плюс защищен еще одним отбойником. Стекловолокно проходит по всему периметру дверки. Все дверки у нас стекловолокно. Посадочное место у нас под вентилятор. Выход дымовой трубы 159. Это у нас дверка загрузочная. Эта дверка у нас ревизионная. Также здесь идет основная выгрузка. Дверка идет основная выгрузка. Колосники водяные, отбойник здесь уже навесной на дверке, отбойник 8 миллиметров идет, цельное железо, также защищен еще одним отбойником. То есть это все разборное. Двигаечки откручиваете, сам отбойник основной снимаете. Также эбонитовые ручки идут. Нижняя дверка, это у нас зольная. Зольник получается. Здесь ничего такого нету. То есть сыпется зола. Основная выгрузка это вот здесь. Это дверка. Воздушные карманы, как и говорил, по обе стороны. То есть проходят по форсункам, сразу скажу. По форсункам у нас. Давайте вот так вот сделаем. По форсункам идут. Раз форсунка, два форсунка. Видели, да? Раз, два, три форсунка, 4 и 5. Вот. И с этой стороны это маленькие форсунки. 15-я форсунка идет. И здесь 2 форсунки. Для того нужны снизу, чтобы догорало топливо. И плюс еще. То есть там 15-е шли. И плюс. То есть в зольном у нас отделении идут большие форсунки. Вон раз. И 2. Для того, чтобы прогорало конкретно топливо. По габаритам котел у нас. Глубина котла. То есть глубина котла идет 60 сантиметров. То есть от этого места считаем. Не от дверок. Считаем от этого места до конца. Глубина 60. Ширина. От этого места считаем до этого 50 сантиметров, плюс воздушные карманы идут по 5 сантиметров. То есть, грубо говоря, 60 на 60. И высота котла 1,55 м. То есть высота котла 1,55 м. Не, то есть считаем вот по этому, от пола. Сейчас посмотрим.
Так, от пола у нас 1,55 м. А если от самого котла, то есть идет 1,47 м. Вот такой вот котел. Готов отапливать площадь. Максимум, что у меня клиенты мои ставили, это 15-киловаттник. Ставили они на 230 квадратных метров. То есть при высоте потолков 3 метра. Это Красноярск. Вот. Основное так берут на 120 где-то, 150 квадратов. Вот. Котел подходит. Укомплектован блоком управления и вентилятором польского производства. Все входит в стоимость котла. Стоимость котла на 2 марта у нас получается 75 тысяч. Цены узнавайте, цены могут поменяться. Все, такой вот котелок. Всем всего доброго. Спасибо за просмотры.